Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет арабский представитель на обзоре, сигареты Кавала. Black Velvet называются они, формата компакт. Черный Кавала, вот такая вот пачка. У меня еще лежит в запасе Вулкана Red, запечатанный я. Уже полгода валяется, я его еще никак до него не дойду. Ну вот решил начать с черного. Красный я не курил Кавала. Значит, сзади у нас вот такой интересно выполненный штрих-код. Видите, как сигаретная пачка. Ну, круто сделано, прикольно. У нас первые три цифры 815. А пачка вся в каких-то, знаете, следы от шины, я не знаю, ну, таких вот полосочках. Надпись Кавала выбита. И сзади, и спереди, и сверху, и снизу, я хочу сказать. То есть сделана пачка очень качественно. Тут у нас вот это GTI, ну, это их какая-то арабская контора. Здесь никаких надписей нет на этом боку. И здесь у нас есть показатель. Как ни странно, черный, но показатели 5.05. А в красном, по-моему, крепость больше. Я точно не помню по показателям, но там больше. Там или семерки, или что-то такое. Это странно, да? Вроде как черный цвет, черный должен быть крепче еще, чем красный, но здесь наоборот совсем все. То есть это средний у нас сигарет, получается, видимо, по крепости. Я не знаю, есть ли у них синяя версия, но вот красный и черный точно есть. Значит, внутри у нас вот такой вырез. Обычная бумага, никаких надписей. Давайте достанем сигаретку, посмотрим. Ну, сама сигарета тоже прикольно выглядит. У нее белый фильтр Кавала и такой вот листочек, как и на пачке, да, с полосочек. Вот. Ну, оригинальный дизайн, что я хочу сказать. Два кольца, по-моему. Ну да, два кольца перфорации микро. Набиты очень плотно, это меня радует. Прям добротно они добиты. Мешка примерно однородного цвета, коричневая. Коричневый табак здесь. Вот, как-то так. Фильтр достаточно жесткий. Ну, от самой сигареты пахнет... Друзья, какими-то конфетами. Давайте закурим. Ну, вообще, Кавала это что-то типа того же Милана. Они очень похожи между собой, эти две марки. Даже в названии. Арабы, оба арабы. Как бы, я уже не помню точно... Какой-то Кавала я курил, но вот не этот, не черный, не красный, какой-то другой вроде бы я уже курил, но не помню. Их достаточно очень много версий, этих Кавала, и тонкие есть, и даже, по-моему, у Кавала и с кнопкой есть, ментолом есть Кавала. Есть также слайдер, как Нью-Йорк, Милана-Нью-Йорка, есть Кавала Тони Франк вроде называется тоже, но я его не курил, ну, пачка слайдер форматного. Ну, очень легкие сигареты, прям... Я здесь даже не на 0,5 никотина, а где-то 0,4, ну, прям максимально легкие сигареты. Вот в запахе меня радует, что в незажженном виде табака вообще я не чувствую, какие-то конфеты сладкие. А вот в запахе, к удивлению, чисто табак и вообще никакой сладости нет. Чисто табачный запах. Приятный. Ну, видите, тут по смоле 4-5, ну, вообще, как бы, ее почти нету. Дым не очень такой плотный. Проходит хорошо, мягкие, ни резкости, ни першения не вызывает. Давайте попробуем через нос их продуть. Да, вот мне, в принципе, чем и нравятся арабские сигареты, они, хоть как бы, если есть соусирование какое-то, то, ну, качественное. Слизистую не раздражает, вот это меня радует. По вкусу... Странный у них какой-то вкус. Вроде табак, но... Ну, видать, из-за того, что крепости здесь мало, он не очень насыщенный сам табачный по себе вкус.
То есть какой-то там сладости вот этой пудры я этой сахарной там зефира этого не чувствую, каким пахнет в незажженном виде. Вот. В запахе и во вкусе этого всего нет. Табак и во вкусе, но он очень уж ненасыщенный прям вообще. Ну такой вот легкий привкус табака, я бы даже сказал, а не вкус. Ну, обычные такие рядовые контрабандные сигареты. То есть они чем-то уникальным не отличаются от там тех же Милана, там всяких и прочих сигарет. Ну, я вам так хочу сказать. Видите, как кашель курильщика, уже кашлю не могу сдержаться. Если вы курите легкие сигареты, если вы там курите Winston X-Style, ну, я не знаю, вот такого формата сигареты, это хорошая им альтернатива будет. Но легкие. Хорошие. То есть они достаточно качественные, они стильно выглядят. Красивая у них пачка, она очень крепкая. Не будет у вас там рваться, мяться и так далее и тому подобное. Несмотря на то, что углы здесь скошенные. Курятся долго, набиты хорошо. Тяга, конечно, до первой половины очень затруднительная, потому что фильтр здесь дубовый. Прям, ну реально, он вообще не сминается. Он просто дубовый. Ну, в принципе, могу вам их порекомендовать за эти деньги, а стоят они также где-то рублей 60. В принципе, довольно неплохо. Будет интересно сравнить их с красным ковалом Вулкана Ред. Ну, потом, попозже. Я думаю, тебе будет поинтереснее, они все-таки покрепче. В остальном, для любителей формата компакт, крепких сигарет, ой, легких сигарет и... Ну, кому особо не важен насыщенный такой табачный вкус... Я, в принципе, вам могу данные сигареты порекомендовать. Ну, мне они, в принципе, понравились. Но для меня, как бы, сигареты с крепостью 0,5-0,4, это вообще это воздух. Я такое не курю. Вот. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и пока.